Эй, Микеланджело, не забудь, после уроков мы с тобой красим кухню. А жареных гвоздей не хочешь? Да нахуй он? Ну я не знаю, может, в подъезде... Ёбаный в рот. Блять, он, похоже, упал. Походу, да. Two years later. Нихуя ты баклажан, блядь! Ну ты в натуре кабан, блядь! Excuse me, I want be your friend. We are the world. Курсы иностранных языков в Балашихе. I have a cassioli. Чтоб работать, а не спать. Ай. Тебе тут нечего ловить, и я не буду врать. Водила чувствует мой вайп, он понимает, с кем он. Раз, два, три, юбилет. Тихо лужит, покрывает лед. Главное не наебнуться, смотрите. Расстояние метр. 20 лет разыскивал вас, учитель! Ты, блядь, кто? Сейчас как пиздану! Ты... парень из кафе! Теперь разные колеса делать на все вкусы. 5 minutes later. Olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixa. Любава. Алёшенька. Алёша! Shakira! Shakira! Shakira, eres tu? Можно тебя съесть? Никогда не встретите в российской квартире, но это популярно в мексиканской. Первое – это окна. Нихуя. А вот и планы девочки на предстоящее лето. Покупать мыльные пузыри и тоже дуть. Насколько сильно вы любите пиво? Ну, не особо так, уважаю, просто хорошее, красивое, классическое пиво. Теперь, если вы меня сняли, вы мне должны деньги. Прямо сейчас, давай, сейчас. Чтоб ты не ушел, давай, я тебя буду держать, мне похуй, я буду драться. Мне, пожалуйста, шампанское и рафаэлки. Пакет на голову нужен? Нет, она не такая страшная. Сию минуту мы съем. А что, так можно было, что ли? Самое стрёмное мужское имя. Никита. Самое стрёмное Никита. Мужское имя. Никита. Никита. Смутилась, Никита? Так что нет. Да, наверное. Ты говно, она говно. Мистер Бомбастик, бомба фантаст. Women.
Tylko jedno w głowie ma, koksu 5 gram, odlecieć sam, krainę zabognienia. Wanna see some real speed, bitch, I'll show you some real speed. No. Эй, блонда, погнали! Тройка, я не блондинка. Четыре, это копия! My name is Peter Parker. My name is Penny Parker. My name is Peter Parker. My name is Motherfuck. Minato, Naruto, Boruto, Voruto, Goruto, Soruto. Стоишь целый день у плиты, кашеваришь. А ему креветки подавай, видите ли, свинья так. Креветки подавай, ты что, свинья? No, no, no. No, not you, Seamus. Ah, poo. Просыпайтесь, ёжики. Просыпайтесь, котята. Вставай, заебал ты, ёбаный шашлык. Мама отрывалась, когда тебя носила, и пила в запой. Мама отрывалась, когда тебя носила, вот ты и тупой. У подруги ее подруги есть парень. Но той подруге подруге нравится ее парень. И эта подруга сказала подруге, что ей нравится ее парень. Так что подруга ее подруги и подруга подруги той подруги. Забей, все равно не улавливает. Этот парень старше времени и никогда не чувствовал боли. Пальчик не резал, глаз не тыкал, волос в пипирку не врастал. И ты хочешь с ним драться? Не обязательно побеждать, просто ранить. Да ёб вашу мать, любой из нас по нему сможет попасть. Подошел какой-то мутный мужик, говорит: «Заставь меня сиять, дядя!» Это я говорю: «Взгляни на свою одежду, ты одет слишком по-пидорски». Однажды я совсем случайно стала аниме смотреть. Не смог я перестать, не смог мужчиной стать. Yol çok pis, hem çukur hem de çok taşlıdır. Elini bıçakla. Anita, I'm stuck. You have to save me. Nice. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea ¿qué es eso? Вы что, вместе играли с собакой? Чутко. Если считать собакой меня, то, наверное, да. Да неважно. Моя сестра рада, что у нее появился такой хороший друг. Впервые об этом слышу. А это, блин, откуда вылезла? Храбрые мужчины борются не с Путиным, они борются со мной. I'm white. I'm black. I'm yellow. I'm red. I'm gay.
почти готова. Ты делала это раньше? Ни разу в жизни. Смотрю на него и понимаю. Он как раз в твоем вкусе. Мне в пиво, видите, две мошки залетело. Сейчас я до отсюда допью, позову барменшу и поменяю. Ля ты крыса! Тачку будем угонять? Пешком пойдем. Какую брать будем? Неприметную. Жигу возьми. Понял я. Баклажан. Моменты, когда анимация скручивается на минимум, называются халтурой. Но кто бы что ни говорил, выглядит это уморительно. Подожди, у тебя нож в спине. А мне похуй. Какой похуй? Ты что, охуел? Похуй. Зрителям не похуй на меня, блядь. На этом участке дороги скорость установлена 50 километров. Да что вы говорите? Вы знак видели? Нет, вы знаете, к сожалению, не заметил. Извините, пожалуйста. Надо быть внимательнее. Хорошо, буду. Ну, наверное, порядка захотели, но никто порядок этот никогда не... У нас, у казахов, никто никогда этот порядок блюсти не будет. А как вас зовут? Алексей. Обожаю. Это, конечно, круто, но вот это просто охуенно. Не забудьте поставить лайк. Спасибо за просмотр и удачи вам!